На заднем плане видно гору Дан-де-Кроль. Вот она. Это гора Дан-де-Кроль. С левой стороны, находится вход в пещеру Трудеглас. Трудеглас — это одна из пещер системы Дан-де-Кроль. Всего входов там, по-моему, больше десятка. Это мощная пещерная система. Вот у нас, к сожалению, не будет сегодня проводника, который нас провел бы траверс через эту систему. Поэтому мы пойдем только ко входу Трудеглас, попробуем спуститься. Если будет стационарная навеска, спустимся, ну, куда сможем, посмотрим эту пещеру. Очень много велосипедистов. Во Франции велосипедный спорт в почете. Так, на всех дорогах горных постоянно ребята такие наяривают. Настоящие французы. Каждый второй Д'Артаньян. Как оказывается, собак не пускают на Дан-де-Кроль. Красивейшие виды открываются на Альпы. Сейчас вперед, перешествие в систему Дан-де-Кроль. Это первый, самый известный вход, который исследовал еще Фердинанд Эрсен со своими друзьями. Первая водичка. Встречаются очень даже достаточно древние надписи. 1892, 1905, 1849. Да, нормально. Может быть, еще и наскальные рисунки встретим какие-нибудь. Затертые уже отполированные камни, видимо. Признак большого количества людей, которые здесь прошли. Так, в этом место на выход глаз. Глаз — это когда будем выходить. Вот это понятно, что мы выходим по этим меткам. Так, мы подошли к навеске. А, ну да, нормально. Так, это начало навески, вот колодец. Но веревки здесь не оказалось, мы были не готовы. Мощный крюк. Да, все очень серьезно. Доходы.
под синей маркировкой. Мы идем под синей маркировкой. 11 номер. Да, реально. Реально лабиринтовая пещера. Надо долго ходить. Вот 14 синяя марка. Мы идем по синим. Так, совершенно случайно. Сюда ты думал прочки брать? Не. Совершенно случайно мы нашли все-таки этот путь, траверс из Трудегласа до Аннет. До пещеры Аннет. Это классический траверс. Сейчас мы туда идем. Вот есть указатели с марками Аннет. Вот, и мы пытаемся туда дойти. Мы точно не знаем, сколько времени сам длится траверс, но пока что нам очень нравится. Правда, часть народа требует уже возвращаться обратно, но вот Арбузов и Чаплыхина просто упорно идут вперед. Так, мы дошли до колодца, который, видимо, называется именем Фердинанда Персина. Почему он называется? Фернанд. Фернанд, да. Ну вот. Фернанд. Все, все супер. Все супер, только здесь больше нету веревки. То есть, видимо, придется возвращаться обратно. Не, мои падения будут. Вот это будет кино. Арбузов предпринимает тщетные попытки обойти колодец Фердинанда Перселя, застрять, так, чтобы мы к нему не спустились туда вообще никогда. О, на самом деле вылазь, мы туда точно не полезем. Вот он лезет туда в щель куда-то. Ну что, товарищи телезрители, давайте попрощаемся с Вовой. Так, веревки не оказалось на колодце Фердинанда Перселя, поэтому мы не можем завершить наш траверс Трудоглаз Аннет. И приходится возвращаться через тот же вход Трудоглаз, через который мы и пришли. Ну, в принципе, это тоже неплохо, потому что мы не знаем, где выходит пещера Аннет и как потом найти вход в Трудоглаз. Поэтому даже неплохо, что мы возвращаемся той же дорогой и сможем забрать наши вещи. Сколько развилок этих главных?
О, можно на другой трассе отойдет? Совсем уже недалеко от выхода. О, прикольное место. Глаз, да, даже на выход практически. Глаз. Очень удобная маркировка. Сразу понятно, куда идти. Так, мы вышли уже в эту главную галерею. Опа! Вот он выход! Заканчивается путешествие по пещере Трубоглаз. И там дождь идет. И там тут везде. Так! Ха-ха! Ура! Мы на поверхности!